По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, почти 80% жителей страны готовы принять участие в выборах президента России. Напомню, голосование пройдет с 15 по 17 марта. Поставить галочку напротив своего кандидата можно тремя способами. Прийти на избирательный участок с помощью дистанционного электронного голосования или на дому. Правда, последним можно воспользоваться только по уважительной причине. Наша съемочная группа вышла на улицы Чебоксары и поинтересовалась у жителей, примут ли они участие о выборах президента и какой формат голосования предпочитают. Буду участвовать обязательно, чтобы знать кого, да и чтобы жить нам дальше ведь надо. У меня нет такого телефона, чтобы что-то делать такое. Именно на участке. У нас недалеко там. Планируете ли вы участвовать на выборах? Да, на участок пойду, я рядом живу. Будущее нашей страны, поэтому надо голосовать через госуслуги. Так лучше, проще. Идти никуда не надо. Надо ходить на выборы для того, чтобы, наверное, участвовать в жизни страны. Ой, я пойду на участок, как раньше. Планируем, обязательно надо голосовать. Но это наше будущее. Хотелось бы на участок, да. Пойду, конечно. Мне будет удобно через госуслуги, потому что я прописан в другом месте. Да, обязательно я планирую сам участвовать на выборах. Обязательно. Чтобы было благосостояние у людей. Благосостояние города.